Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Ведьмак первый. Давайте загрузимся. Мы в квартале. У нас глава вторая. Сколько глав, я точно уже не помню даже. Так, храмовый квартал. Ага, вот сюда я. Где круглый щит? Дверь в темницу. Так, городская стража. Ну, давайте. О, ну-ка, золото нахивай. Золтан Хивай собственной бородатой персоной. Рад тебя видеть. Бородатой персоной. Тебе удалось пробраться в город, Геральт. Отлично. В Вызиме всегда полно работы для ведьмака. А ты, Золтан, даже как ты сюда больше, попал? Чем за городом. Мерзкие нелюди всегда найдут способ пробраться в дома людей, нарушить их покой, насыпать песку в жернова на мельницах и в шестерне на фабриках. Хватит язвить. Послушай, Золтан. Я хотел кое о чем поговорить с тобой. Говори, что у тебя на уме? Ну, как у тебя дела? А ты никогда не думал о том, чтобы жениться, Геральт? Понимаешь, Золтан, моя профессия вряд ли может способствовать счастливой семье. Бесплодие, постоянный риск, отсутствие дома. Постоянный риск, отсутствие дома. А вот меня, видишь ты, одолевают сомнения. Продолжай. Не знаю. Мы с ней давно не виделись, и я начинаю уже ревновать. Всем ведь известно, насколько привлекательна краснолюб. Понимаю, Золтан. Предлагаю напиться. А я... Ты что, смеешься надо мной? Как я смею? Хорошо. Потому что ничего смешного здесь нет. Да. Я ищу хорошо оплачиваемую работу. Говорят, на лодочной станции на болотах чудовища совсем расшалились. Все только и делают, что жалуются. Начиная с лесоторговцев и заканчивая мелкими купчишками. Как ты думаешь, они готовы заплатить ведьмаку, чтобы тот избавил их от опасности? Обратись к Леовардену. Он рыбешка крупная, скупиться не должен. Ты найдешь его на пристани. Он следит там за погрузкой и разгрузкой товара. Спасибо, Золтан. Говори, что... Есть... Давай же. Предупреждаюсь. Понятно. Смысл жизни. Ну что ж, говори. Зло, с которым борются ведьмаки, происходит из действий хаоса. Неплохо сказано, видимо. Суть существования и оправдание существования ведьмаков поколеблены. Это и называется прогресс, Гера. Прогресс на вроде стада свиней. Насрано там или не насрано. Но ведьмаки существуют для того, чтобы убивать чудовищ. Послушай. Ну, блин, я как понимаю. Спасибо, Золтан. Просто пустой трёп. Я же не рискую рыбу покупать. Итак, доска объявлений. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Контракт на собак, на плавунов. Все. Задание взял. Куда я залез? Охренеть!
подождите. На. Блин, где выход? Стой. Место силы. Выход, след культистов. О, выход в храмовый квартал. Вот. Ну так-то ни хрена. Здесь можно так-то тогда получается. На их мозгах или чем-то разбогатеть. Так, правильно хоть бегут-то? Правильно. Вот так вот. Ну давай посмотрим, что за телепорт, хоть раз воспользуемся. Давай. Выходим. Так, и теперь он-то мне куда? Где я тут был-то? Сюда вроде. Нет, вот здесь городская темница. Охренеть, это мне как бежать-то надо? Вау, проститутка. Так, я хоть туда бегу. Так, нет, надо назад. Стена. И сюда. Телега перегородили. Придется сад поливать. Давай. Теперь понятно, что туда не надо так тащиться. Так, ты убил Кокатрикса. Именем короля Фольтоста я объявляю тебе помилование. Молодец. Наконец-то закончится этот марра. Забирай свои вещи, пока я их не продал. И не забудь о награде за голову Кокатрикса. Винсент целыми днями ждет такие трофеи. Тишина. Наконец-то я смогу отдохнуть. Какая штука? Не твое дело. Я про... Почему профессора освободили из тюрьмы? Саламандру-то? У него могущественные друзья. Пусть это будет для тебя предупреждением, ведьмак. Ты считаешь, мне стоит походить на городских стражников и выпускать преступников каждый раз, когда какой-нибудь влиятельный придурок достанет кошелек из кармана? Замолчи! Ты все еще под наблюдением. Кроме того, это было совершенно законно. И кто же этот неизвестный благодетель? Не знаю. Деньги перевели из Краснолюдского банка Вивальди. Проследить невозможно. Хватит, у меня и так могут... Ты простужен? Я знаю достаточно. Физштех можно употреблять разными способами. Говорят, лучший – это отвернуть кожу. Где? Там, где можно отвернуть кожу. Именно там, Юс. Но если вот будешь покупать физтех у кирпича в кудлатом мишке, не говори, что это я тебя прислал. У меня есть пара вопросов. Спрашивай. А ты знаешь что-нибудь о Саламандре, которого поймали? Даже если бы и знал, зачем мне говорить об этом тебе? Капитан с меня голову снимет. Может быть, мне удастся тебя убедить? Может, порошок поможет?
У меня... Видимо, Фольтеста окончательно достали саламандры, если он объявил награду за голову профессора. Это не королевское золото. Частный взнос. Интересно. А еще платят за значки саламандр, которые снимают с трупов этих бандитов. И кто же этот загадочный филантроп? Я не могу тебе сказать, кто платит за значки саламандр. Но знаешь, его человек проводит вечера в таверне. Я проверю. Так, а что тебе можно дать-то? Так, нет. Так. Для бомб. Напиток. А мне тебя от простуды можно излечить. Так, нападение. Амулеты саламандры. Обновить оружие. Нечего мне тебе дать. Король тебя, конечно, отпустил. Но соблюдать карантин тебе все равно придется. Что ты хочешь? Тебе нельзя выходить из храмового квартала. Это серьезно. Хочешь убедиться? С вас, ведьмаков, нельзя спускать. А я не так давно слышал что-то про равенство и братство. Наверное, придется переучивать. Да. Можешь рассказать мне, как... Терпение, ведьмак. Сегодня вечером ты все узнаешь. Я могу чем-то помочь? Держись подальше от склада в трущобах. Дело щекотливое, и твой меч там ни к чему. Пока еще. Склад? Ты ведь не отправишься туда в одиночку. Это секретная операция. Как я туда должен отправиться? Со штурмовым отрядом, закованным в латы? И гарниста вперед пустить? Успокойся. Я ведь в этом деле не новичок. У меня всегда припрятана пара трюков. Но... Не сомневаюсь. Что ты хочешь сказать? Неважно. Отдохни сегодня. Насладись своей свободой. А завтра я, может быть, подам тебе... Да кому-то подашь, чурен. Я могу доказать, что... Впечатляет. Награда за него составляет... В твои задачи входит борьба с чудовищем. Да, но я бы не стал тратить на это своих людей. Я заплачу каждому, кто убьет чудище. За каких монстров больше всего платят? У меня в бюджете есть деньги на награду за кокатрикса в каналах и за хищное растение, убивающее людей на болотах. Что-то взял, что-то не взял. Так. Янтарь. Продать или подарить. Почему я не могу переложить сюда? Так, цыпленок. Что мне выкинуть? Блин. Маловато сумка-то. Где у меня камень? Хрен я там его оставлю. Так. Янтарь. Бутылка с водой. Ага, тоже вот хрен там его оставлю я сейчас. Бутерброд с курятиной выкинул. Так, это что, масло от призрака? Вот так. Так, малиновый сок. Кольцо, так, белый мед.
обновление оружия. Так, еда оставим. Вот этот меч выкинуть, что ли? Для боя против людей. Взять топор. Стальной ведьмачий меч. Вот, все. Так, что, цветы взять? Да, вот, эликсир. Хотя, вот, все. Потом, если что, еще приду. Опа, взял. Заперто. Так, значит, растение. Собачий жир. Этического квартала заперто. Эти учения меня вымотали. Ну ладно. Геральт. Жертвы на болото. Что происходит? Там полным-полно чудовищ и нелюдей. Ну это мне и так сказали. Дверь в лечебницу. Так. Смотри, как они красиво растут. Так. Мне-то пока ничего такого не надо. Давай поговорим. Я пришел по объявлению. Ты похож на воина. Убьешь для меня несколько эхинов? Конечно. Принеси мне его корневище как доказательство. Расскажи мне с удовольствием. Перекусите, мы поговорим. Ты не боишься? Мой сад приносит радость тем... Счастлив... Да твою мать. Расскажи сюда. На. Куплю себе немножко. Ты говорил. Ну да. Во время войны я служил наемником в отряде самой сладкой ветреницы. С характером. Точно, что так. С характером. Это далеко. Самое пекло. Жарко, как в печи. Так, и влажно, как в бане. Мы убивали мед, а потом мухи, личинки съедают твой мозг и вылезают через глаза, когда становятся взрослыми мухами. Отвратительно. Я видал даже полосатую лошадь. Враги не найти. Мы 8 месяцев дрались. Интересная история. Смотри, какая... Ты не боишься? Мой сад... Счастлив. Так. Наказание. Лечебницы Лебедей. Сюда привозят всех жертв чумы Катриона. После этого им дорога только в старую Узиму, а потом в ад. Проход. Я иду внутрь. Внутри заразные больные. Я тебе не позволю разносить чум. Ты уже здесь бегаешь. Пустая трата времени.
проход. Я иду. Внутри. Ладно, проходи. Вывеска. Вечный огонь освещает. Вертикальные зрачки. Давай. Геральт. Да, хотя это и было нелегко. Я слышала всякое о твоих похождениях. Я был занят. Вижу, ты работаешь в лечебнице. Именно. Борюсь с чумой. Не очень много времени остается на болтовню. Когда мы сможем поговорить подольше? Я сняла комнату в северной части города. Заходи после работы. Да, там бабка не пускает меня. Только быстрее, мне нужно работать. Чем я... Твои умения тут не помогут. Если только нам не нужен будет кто-нибудь, чтобы прикончить безнадежных больных. Мы пока не смогли найти лекарство от чумы, знал, но... Русь, не припоминаю. Жаль. Прежде чем умереть от чумы в Мариборе, он обнаружил, что некоторые травяные экстракты замедляют развитие болезни. Тебе нужны эти травы? Да, лучше всего подойдет хербозериал, известное в народе как ласточкино зелье. К сожалению, оно обычно растет в трудном... Принеси его столько, сколько сможешь. Вот твое... Прекрасно. Я предпочту... Я знаю немного о Фледерах. Ну, подожди, привет. Привет. Я и на... Ты всегда можешь вернуться. Нет. Я нужна здесь. Ты права. Только быстрее мне... Есть кое-что. Это может подождать до... Ну... Приходи ко мне домой. До встречи. Понятно, с тобой. Обещаю. Мы все умрем. Надежды нет. Блин, мы все умрем. Да нету, надежды. Конечно. Вы же тогда... Красные кожаные перчатки, кстати. Где-то они фигурировали. Блин, продать их. Это получено. Ты пришел, чтобы молиться? Я не слишком религиозен. Милетелли любит всех своих детей. Очень мило с ее стороны. Чем я могу помочь? Так, расскажи мне про вашу богиню. Расскажи мне. Милетелли, мать всего живого. Почему статуя изображает три фигуры? Как все женщины, богиня имеет три лица, которые отражают изменчивую природу ее силы. Что это за... Молодая беззаботная девушка, зрелая беременная женщина, изгорбленная старуха. Понятно. Чем я могу по... Прощай. Богиня, благослови этот дом и дай нам силы. Понятно. Помочь этим людям. Совсем нет сил. Обещаю. Так. Пора пить. Так, и возьму-ка я перчатки. Так, блин, помню, по заданию кому-то подарить можно их. Так, и где это я? О, прямо. Что-то я не понял, то я где, что здесь недалеко городская темница. Все понял, где. Она вон там.
той стороны. Пожертвование. Пошел ты нахрен. Ты тот, о ком говорил Зигфрид? Зигфрид, это тот рыцарь из канализации. Будь я проклят, это ты. Как Атрикс тревожил нас уже некоторое время. Ничего особенного. Молодая особь, быстро. Что у тебя за дело? Могу я? Конечно, друзьям Зигфрида мы всегда рады. Так. Меч из метеоритной стали. Остальной ведьмачий меч. Подожди. Так. И что у меня теперь? Стальной ведьмачий меч. Вот, вот. Все. Так. А, подожди, у тебя может еще что-то есть? В чем дело? А то что-то, когда ты вступил в орден? Когда ты вступил в орден? Давненько. Чем орден? Мы помогаем бороться с чумой. Много работы. Мы с... Да, конечно, с чумой. Чем пока. Он? За порядком, короче, только следит. Дверь в караульную будку. Нам это вообще надо? Ой, я туда даже заходить, зайти могу. Так, Зигфрид. Ах, и не... Я пришел. Я так и знал, что тебя это заинтересует. У тебя 10 есть... плавунов. Нет, возвращайся, когда... Все понятно. Подожди, ласточкино зелье, я что, все разве отдал? Кошка, пурга, масло от призраков. Масло от падальщиков. Охренеть. Не, надо будет приготовить его как-нибудь. Так, а где эти болота-то? Что это? Храмовые ворота. Так, я где? Ну, пока я иду правильно вроде. Только надо ночью туда идти. Ладно. Зигфрид упоминал о тебе. Что это? Ну, как мне хорошо повезло с Зигфридом. Сила, что внутри нас, исцелит этот мир. Так. Реклама. Плакат. Вступайте. За этими воротами меня ждут мертвые и восставшие из мертвых. Хочу. Так. Вывеска могильщик. О, клиент. О чем это? А зачем еще? Ты бы пришел к гробовщику. Не нужен мне гроб, черт побери. Не видишь, что я занят? Что тебе надо? Шутишь? Что? Почему? Потому что мертвые вылезают из своих нор. Расскажи. Что?
Я... Да? У меня тут 6 кувш... Все больше и больше этих шавок. Так. Что тебе дать-то надо? Шутишь? Что? Чего? Чего тебе надо там? Ты ему скажи. Шутишь? Что за год? Мой муж преследует. Преследует? Спальня? Спаль? Мой покойный муж. Интересно, расскажи под... Да что тут рассказывать? Месяц умер и стал привидением, теперь он преследует меня в собственном доме. И стал привидением. Теперь... Продолжай, я слушаю. Что хуже всего, в полночь он летает по кладбищу и выкрикивает обо мне всякие глупости. Я пос... 200? Где мне тебя найти? Я буду приходить сюда. Это очень неудобно. А почему я не могу забрать деньги? Ты с ума сошел? Мой муж летает по улицам, выкрикивая бог весь что. И... Пока. Понятно. Так, кладбищенские ворота заперты. Добрый господин, я хотела спросить о моем муже. Он... Понимаете? Так, ладно, ночью придем. Для начала мы будем делать ласточкины зелье это. Дверь на склад. Караульную будку. Невероятно. Оказывается, даже в Изиме есть плохой район. Наконец-то поел. Дверь в дом могилы. Надо найти способ избавиться от этого. Ты заблудил? Кто здесь живет? Кто тебя воспитывал? Тебя не учили, что нехорошо отвечать вопросом на вопрос? Я могу спросить иначе. О, наглости тебе не занимать. Это дом могилы, и мы его охраняем. Он нам не говорил, что... Надо найти способ избавиться от этих болванов. В чем дело? Уже ухожу. Я в такие игры не играю. В чем дело? Уже ухожу. Так, ладно. О, наконец-то какой ты странный. Вау, Кармен. Хочешь нем... Только немного. Но это уже от тебя зависит. Давай-ка поба... Хорошо, начнем с разговора. Но... Удиви. О любви мы знаем немного. Любовь, что груша. Она сладкая и имеет определенную форму. Ну, я знаю. Покажи мне форму. Не так быстро. Мы... Есть работа для ведьмака? Да, есть парни, которые создают проблемы моим девочкам. Я посмотрю, что я могу. Где я найду? Я знаю 3 места, куда они часто заходят по ночам. Отметь их на моей карте. Так. Некоторые клиенты любят, чтобы с ними параллельно играли в ко... Пожалуй, не сейчас. Рада тебя видеть. Так. В Изиме работает много таких, как ты. Очень много. Но я самая красивая. Сойдет. Рада тебя видеть. До встречи. Короче, надо ночью, да, бегать? В жопу сосу чистоляне! Богатенькие, может, пора поделиться? Вот кудлатый мишка его. Проклятье, мне нужно... Давай, мишка, кудлатый.
кто здесь? Успокойся, это всего лишь ведьмак. Всего лишь? Геральт, здорово! Что здесь произошло? Прикончили кирпича дилера этого. Демонстративная казнь, так сказать. Разбили окно и всадили ему в брюхо 3 стрелы. Стрелы с разрывными наконечниками. Такие говенкары продают. Вернее, самые жадные и самоуверенные из этих ублюдков. Если кого поймают на продаже таких стрел, тут же четвертуют. Кто его убил? Белки, черт бы их подрал. А убили его только потому, что я зашел к детективу вначале. Если бы я зашел бы сюда, его бы не убили. Чувствую я погрома не избежать. Эти дерьмоеды поганые составили себе список врагов и теперь уничтожают их, не задумываясь о последствиях. А кирпича-то за что? Злость, месть. Может, с кем-то из эльфов-молокососов передоз случился. На одной из стрел была записка. Торговец белой смертью. Он продавал физштех даже детям. Да еще со скидкой, мать его. Ты же знаешь, какое привыкание вызывает физштех. Странно, что они решились на такую акцию в самом центре города. С тех пор, как им удалось наложить лапы на транспорт с оружием, они осмелели. Какой-то болван ведет с ними дела. Лично я подозреваю, что этот болван — Харрен Брок. Ох, что за кошмарные времена. Разрывная стрела, которая после входа в живот выходит на спине в 3 местах, делая из внутренних органов сплошную кашу. Специальность говенкаров. Такая стрела бесполезна в бою с солдатом в доспехах. Она разлетается даже при ударе о легкие доспехи. Ее используют для убийства гражданских, жестоко напоказ. Догадываюсь, откуда взялось оружие, которым убит кирпич. Мне надо избегать подобных положений, хранить нейтральность, не вмешиваться. Вот так вот, видите, если бы я не зашел бы к детективу, а пошел бы сюда сначала, он был бы жив. Ну ладно. Просто послушай. Люблю я эту мелодию. Мои ноги сами пускаются в пляс. Привет, Седой. Хочешь есть или пить? Зачем же еще? Ну, у нас там есть очень удобная кровать. Что тут интересного в округе происходит? Немногое. Некоторые парни дерутся между собой. Понятно. Так. Чтобы... Давай про... Да я пошутила. Мой парень мне голову открутит, если я с тобой пойду. А у тебя что отвертит, я даже представить... Может, все-таки рискнем. Нет, он меня так поколотил недавно, что я зуб на пол выплюнула. Господи, да значит было дело. Пока. Так, трактирщик, ну-ка давай расскажи ко мне. Ну, кто тут у нас? Ты рассмешил меня до слез. Ого, острый язык. Ну да. Так. Я хочу... 5 ор... Так, для начала мне надо... зелье. Так. О, вью ног повышает сопротивляясь организма кислотам ядом. Белый мед, это что у нас? Нейтрализует токсичность и любые воздействия других эликсиров. Так, белая чайка. Так, пудра, мечта дракона. Так, филинг. Так, а я что хотел-то сделать? А, я хотел ласточка. Чего мне не хватает? Что-то не понял, почему ласточку я не могу сделать. Эфир? Да есть вроде. Ребис. Купорос. Масло.
Так, крепко спиртную основу для эликсира. Крепчайшая перцовая водка. Так, повышает сопротивление мастернизма. А, блин, я цветы же все отдал, наверное. Так. А, нет, ласточкино зелье, вот оно. Не знаю, что тогда. А, вот мне что надо, белая чайка. Ну давай-ка. Вот так. Давай, медитируй, где мне-то? Да я на кладбище пойду. Могила. Теперь я знаю, где могилу искать ночью. Так, для начала давайте-ка посмотрим, что у нас. Так, кузнец, так, травница. Дом девочки, девочка в опасности. Так, что у меня тут? Бордель, горячие бедра. Ворота к дамбе, девочки в опасности. Прямо, потом направо. Вот он, бордель, как я понимаю. Пойдем спасать девочку в опасности. Вот они. Отвали, приятель. Оставь даму в покое. Пожалел шлюху? А прежде чем уйдешь, извинись за свои дурные манеры. У тебя крыша поехала, дед долбаный. Беги, пока я тебя не прирезал. А когда извинишься, пойди к капитану Винсенту. Скажи ему, что ты преступник и негодяй. Вынимай меч, бродяга. Я не убиваю безоружных. Ну, не хоть его это у тебя. Шанс. Вперед! Получесть какая-то есть. Ах ты, сын эльфийской шлюхи! Так. Вот так. Ну, стражник мне помог. Чё греха таить? Да, действительно, чем смог, тем помог. Так. Не, где? Так, прямо. Куда-то сюда. Пробежал. Извиняюсь. В жопу, сосуществоляне! Не сюда.
Вот она. Вали отсюда. У меня дела. Отвали, или я прирежу тебя, как пса. Испытаю дать. Схватите! Вот тебе! Да, еще разок. Давай-ка. Ва, так я еще и не один дерусь. Ну что же вы рассчитывали? А чтоб тебя. Так. Третья где? Так, ворота к дамбе. Вазимское кладбище вообще на другой стороне. Эти... Это уйди. Это ж... Давай. Значит, ты... Я тебя убью. Давай. Вот так. Девочки на работе, все. Спас. О, даже этих уже набрал много. Все, ладно. Так. Можно так восстанавливать здоровье. Мне куда надо на кладбище-то? Вот прямо как-то надо пробежать сейчас, да? Нет, направо. Да, блин. Ну вот. Спать хочу. Это бандиты были. Подожди, мне надо. Потом налево уходим. Где они меня похоронят, когда я... Кто там в темноте? Дайте мне спокойно дожить. Все. Идем разбираться нахуй. Блин, вначале игра такой муторной казалась, сейчас, ну, нормально так. Единственное, что бегать, да. Слева направо, да справа налево. Подождите, масло против призраков. Вот так. Давай, на.
против тебя и силовой нужен прием. На. Вот все взял с тебя. Из тебя тоже все взял. Так, а где там болото еще есть? Я не все исследовал, да? Так, костер, так, игрок. Да нет, это могильщик. Пост Винсета, ворота купеческого квартала. Но не закрыты. Антиквар, так. Ворота королевскому замку, дом. А где болото-то нахрен? Вот под кутатым мишкой давай вернемся тогда. Магичек-то закрывается. Правильно. Городской стражник. Так. Что это? Что это, где? Яйца чешутся, почеши. Дверь в караульную будку. О, жизнь. Ну, с собаками-то. Это наша территория, вали. Так. Это бои. Что тебе нужно, выродок? Следи за языком. Есть к тебе вопросы. Ты забыл, с кем говоришь? Мне достаточно крикнуть, и ты не успеешь посчитать до трех, как тут будет дюжина молодцов, которые сделают из твоей задницы большой каньон. Не успеешь посчитать до трех, как будешь трупом. Ну надо же! А волчонок умеет рычать! Может, он еще кусается? Я под... Расслабься! Это был риторический вопрос. Я слышал, как ты разобрался с ребятами профессора и братьями Мишеле. Я отвечу на твои вопросы в знак доброй воли. Чем ты занимаешься? Король подполья, волк, шлюхи. Как дела? Старая шлюха родила, пошел... Пошел отсюда к собачьей матери. Что-то я не понял. Понял, что меня отфутболили. Как хочется врезать кому-нибудь. Так, ладно. Давайте посмотрим, что... Дневник. Абигейл в деревне предмест. Так, живет ведьма по имени Абигейл, хотя местные жители покупают у нее травы. Так, Абигейл, на них проклятие. Ведьму окружили, разве что она заслужила смерти. Я спас ее от расправы. А, этот персонаж я открыл. Я думаю, что за, блин, странная такая. Вот, задание. Безопасная пристань. В купце, так, есть здание для ведьмака, его можно найти у дамбы, где днем он ведет дела. Если я упомяну наших общих друзей, наверняка получу задание. Важный свидетель, мне удалось раздобыть фистаж для юза. Фистех. Я начал расследование за счет, так,
Начал расследование насчет главы Саламандры. Я работаю с детективом по имени. Он может быть его помощью. Мне удастся узнать, кто работает. Так, девочки на работе. Так, вознаграждение. Игра в кость. Я сыграл партию Затан. Это было очень познавательно. Думаю, теперь я представлю себе, что к чему интересно. Можно ли заработать игрой на деньги? Нет, это я играть не хочу. Кальштейн готов заплатить за костный мозг трех альгулей. Для выполнения этого задания нужна запись в бестарии об альгулях. Мне нужно достать... Так, понятно. Судья по всему... Некто по имени Жан-Пьер купает волчьи шкуры. Обращаться следует на причал на болотах. Вот как на болото-то? Плавуны тоже на болотах. Контракт на эписов тоже на болотах. Сказали, кулачный бой. Ну, это уже ладно. Так, моя старая знакомая. Я добыл ласточки на зелье. Память клика. Юз пробрался. Сказал, что будто меч они нашли в доме. Интересно, откуда у скупщика крадено взялся серебряный меч. Надо будет навестить его, как только покончу с всем этим. Подозреваемый. Господи, сколько тут всего. Великий побег. Это у меня столько заданий еще, ни хрена себе. Так, а здесь-то у нас что есть? Ой, как больно. Скукотища. Вышибала, вышибала. Не... В чем дело? Уже... Так. Я тебя выпотрошу, ублюдок. Ну-ка, давай-ка. На. Черт, мне не нравится. Вот так. На. Вот теперь я в ярости. Блин. Неплохо. Так, где я сохранился? Вот. Может, мне их и не надо убивать? А то полквартала так вырежу. Там за углом. Там наконец-то поел. Так, там кладбище, меня не пустили. Кто это выдумал, что дождь? Ну и пусть идет дождь. Там за углом. Кто там в темноте? Вот ворота к дамбе, вот тебе болото. Все нормально, значит. Да я их даже отсюда вижу. На. Давай.
Вот так. Мне надо поесть. Чего поесть? Вот так. Давай сюда. Где еще кто есть? Ну, костер бесплатно, по крайней мере. А вы вот сюда днем наведаться. Пошли дальше. Там, надеюсь, кладбище. За этими воротами Катриона каждый день уносят десятки жизней. У меня такое чувство, что карантин мало чем здесь поможет. Заперто. Во время войны я служил под командованием бронеборов в БМП. Так, подожди, а я где вообще нахожусь-то? Ворота новой Визимы. Так, товары купца Лаврана. Причал. Лодка паромщика. Вот на лодке паромщика, может, наверное. Ладно, посмотрим. Подождем сейчас. Вот. Посмотрим, кто появится. Ну что ты сделал? Давай. Ну вот. Ненавижу товары грузить. Что может быть вкуснее? Щука тоже на вкус нет. Не распугайте мне рыб. Но говорите в основном вы. Ко мне они привыкли. К тому же это не я о щуках говорю, как ненормальный. Удачи. Будет клевать или нет? Ты дебил просто тогда. Да уйди ты. Кто хочет переправить? Лучше побереги середанцев, чертовых воров. Транспортные услуги. Куда можешь? Вожу людей из Визимы на болото. Перевези меня. Время – деньги. Готов. Ага. Давай. Я тебя только и ждал, блин. Ты, оказывается, только днем здесь бегаешь. Шевели и давай. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой.
Болото. Что? Испарение, утопцы, промокшие. Ты кто такой? Ведьмак. Ведьмак? Ну-ну. А мне казалось... Бонарт? И вряд ли услышишь. Он в земле. Какой это вашей профессии? Я охотник за головами. Я пришел по объявлению. Наконец-то. Я вернусь, как только достану шкуру. Я буду... Так кем был этот Бонарт? Старый Лео был легендой. Смотреть, как он работает, было одно удовольствие. Он был лучшим. Высокий, поджарый, и эти невероятные глаза. Он был магом? Нет, обычным человеком. Но он мертв. Ты сам сказал, ему попался более сильный противник. Да, так что, ведьмак, берегись. Прощай. Понятненько. Так. Костер. Дедушка. Эй! Я не твой сын. Угадал, как меня зовут. Меня называют по-разному. В основном Геральт или паршивый выродок. Людям нравится все преувеличивать. Ты ведь не паршив? Без обид. Я уж точно запаршивею, если еще раз полезу через... Да. Я ищу... Так, я знаю, какую работу ты ищешь. Кажется, я знаю, какую работу ты ищешь. Я имел в виду... Ты стареешь. Делать нечего. Ну, пойдем. Так, раз. Так. Ты куда убежал? Дебил. Вот, прибежал. Эти топки и ямы, видимо, не что иное, как отделение на поле. На. На. Он вернется. Куда он денется? Ну, я тебя проводил. Глиняные карьеры. Вот где работают эти чертовы психи. Да. Мне они показались вполне нормальными. Кирпичники всегда притворяются нормальными, когда встречаются с чужаками. Они скрывают свою веру. Можешь поверить, что эти полудурки поклоняются рыболюдам. Люди иногда верят в самые невероятные вещи. Но уверовать в покрытую слизью рептилию с выпученными глазами? Серьезно? Эти водяные, да... Любопытно.
Люди общаются с рыбоидами, оставляя предметы на особых алтарях. Каждая вещь имеет особое символическое значение и читается как намерение. Какие предметы? Я точно не знаю. И черт бы меня побрал, если меня это интересует. Поговори с теми, кто этим занимается. Понятно. Да. Ладно. Довольно! 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 Давай, давай, бери. Так. Довольно! Довольно! На. И все, и убежал. Довольно! Довольно! Давай. О, так я и здесь могу передвигаться. Так. Обезображенный труп. Давай. Что мы туда положим? Даже не знаю. Просто как хранилище. Вау! Блин! Надо было сохраняться. Так, и где у меня сохранялка-то прошла? Ни хрена себе! Храмовый квартал? Вы серьезно? Ну-ка. Охренеть, реально, смотрите-ка. Давайте-ка мотанем. Итак, я подправил там все. Кстати, это растение гребаное. Стой, дед. Я меня. Так, люди, мы слышали уже с тобой. Я еще работаю. Я не так быстро.
ты, сынок. Пойдем. Я не такой крепкий, как ты. Я уже почистил, чтобы ты не убежал от меня. Хотя, может быть, они и нападут, потому что ты со мной. Чего тебе? Глиняные карьеры. Вот где работают. Да. Кирпич. Но мы уже слышали. Какие? Я точно. Вот здесь вот хрень вылазит. Ее, короче, серебром там пипец я на него извел, чтобы задавить это растение. Серебряный меч его берет огонь. Не бойся, старый пердун, иди сюда. Пошли, куда ты идешь к этим пиявкам? Они, кстати, кислотные пиявки. Я почистить-то почистил, но все равно нет. Вот видите, пиявка там осталась. Куда пойдешь, там еще тебе плавунов нахрен повсплывает. Это я вот до сюда только почистил. Подождите, сохранить. Ему нет такой функции здесь, что подожди, постой, я пойду там это приготовлю. Это что такое? Алтарь Мелитте. Вот мы и пришли. Спасибо тебе, сынок. Я не твой сын. Нравишься ты мне. Заходи как-нибудь ко мне в гости, сынок. Пока ты ведьмак, да? Хорошим манерам его явно никто не учил. Недавно я встретился на болотах с одним ведьмаком. Хорошим манерам... Ты встречался с другим ведьмаком? Сынок, его звали Беренгар. Он интересовался разрушенной башней. И выглядел так, как если бы, прошу прощения, у него был недельный запор. Меня не интересует его проблема. Я знаю, сынок, но он боялся. Он почти все время провел около ям, где эти идиоты купаются в глине, как... Спасибо, дедушка. А теперь я хочу помолиться в одиночестве. Ты сказал, у тебя книги есть. Так. Подождите, мне тут что? Где я? Дом дедушки, ни хрена себе, туда брести-то как. А я-то где? А, вот он я. Кислота брызнула. Блин, их на расстоянии бомбить надо. Судя по всему, этот покрытый мхом обелиск старше самого болота. Жаль, что я не могу прочитать руны. Сефирот слился с обелиском. О, значит как. Так, понятно теперь.
Нахрена мне эти драгоценности нужны? Так, и куда-то я бегу-то? О, подожди. Вот еще обелиск кода. Охренеть. Теперь я понял, мне еще туда бежать, а назад надо будет. Так, сохраняем, конечно, тогда. Бежим сюда. А я-то по дорожкам да по тропинкам бегал. А это алтарь водяных. Это нет, это не тот. Какая-то пещера. Ладно, давайте посмотрим, что здесь да как. Костер, игольчатый мир. Похоже, здесь вход в пещеру. Давай. И еще. Это не то растение, которое я долбил. Что-то неоглушаемое, непарализуемое нахрен. Взять все. Вот в пещеру. Ну что там в пещере у нас? Волки. А мне надо шкуры собрать. 10 волков. Ну давайте соберем. Так. Вот так. Соберем все. Так, интересно знать, а вот этим факелом я сколько могу драться? Так, это я куда? Ни хрена не понимаю.
Так, если я, предположим, оттуда, оттуда я хоть прибыл. Нет, вот отсюда я прибыл. Давайте посмотрим, что там у нас. Завал. Тут у нас завал. Вол. Где ты? Вот так. Взять. Подождите. Что у нас тут? А, летучие мыши под потолком. Так, сохранить. Сохраняем. Новая территория, коридор какая-то. Ну давай. Привидение. Как раз против призраков смазано. Так. Все возьмем. Так. Сапфир. Рыбку съедаем. Оружие простое. Ну вот стальной двуручный меч, но у меня меч ведьмака. Вот он, стальной ведьмачий меч. Против людей. Да и тяжелое оружие тоже не очень. Я где это? От призрака-то. Круг. Вы выучили защитный знак Квин. Он защитит от любых повреждений и остановит все атаки на вас. Противник его хорошо использует, чтобы выиграть время для использования эликсира. Понятно. На. И еще разок. Ну неплохо, блин, вот это против растения надо было того использовать. Так. Сохранить. Не хочу я, блин, потом ковыряться опять.
что-то. Волк. Давай. Раз, два. Раз, два, три. Забил. Так. По карте смотрим. Вот так вот, значит. Ладно. На. С первого удара. Все. Этих грибы шип. Так, грибы, грибы. Это испускаю, что ли, яд какой-то. Итак, в одном месте мы сразу несколько заданий, в общем, завершили. Даже растения убили, плавунтов или кто они там. Хрен там, да? Что у нас по карте? Ну, по карте вроде все. На выход идем. Может, потом что-то здесь появится. А так мы открыли еще один знак. Очень даже хороший. Где ж ты раньше был, когда я с этой хренью дрался? С этим растением. Собираем. Все, не можем. Почему? Надо что-то сделать, да? От чего-то избавиться. Так. Ну, давай-ка я съем арбуз. Опять не могу, да? Так. Давай-ка вот козье молоко выпью. Все, сейчас продадим там нахуй. Валим из пещеры. Свет. Свет. Я за каким хреном тебя ношу, то думаешь? Ради удовольствия, что ли? Освещание дорогу. Чтоб я кошку не использовал. Так. Нам сюда. Ну вот он, выход из пещеры. Пока вроде бы. Правильно двигаюсь. Давай. Okay.
Давай. Бей. Бей. И еще бей. Бей. Загрузить. Сейчас-то я, по крайней мере, знаю, хоть что ожидать от этой твари. О! Где ты? И вот так. Вот так. Да. Давай, иди сюда. На. Почти. Вот так. Так, курочку поесть. Так. Мне теперь в это растение гасить надо. А где второе растение? Или что, они больше не вырастают? Так, интересно, интересно. Очень даже интересно. Не понимаю, чего люди с краснолюдами не поделили. Проклятые друиды. Скоро. Слушай, я узнал, что мои дети в Изиме заболели. Мне нужно возвращаться. Покажи. Ну, ничего особенного. Давай. Договор. Передавай привет детям. Обязательно. Будь здоров. Эх, старость не радует. Кто? Геральт. Это мы еще посмотрим. А я с кем имею? Лойза. Я говорю от имени дровосека. Я бы хотел продолжать. У вас... Несмотря на все опасности, мы справляемся. Значит... Ну, может быть... Слушаю тебя внимательно. Сейчас на болоте должно цвести растение двустрел. Это редкое растение, и у него как... Я так понимаю, это ценное... Само растение не особо, а вот наркотики, которые из него делают... Если сможешь собрать цветы на болоте... Я буду ползать по грязи и сражаться с монстрами? Ты не знаешь, как выглядит двустрел и кому его можно продать. Ладно. Прекрасно. Цветки двустрела похожи на цветы мальвы. Они растут редкими пучками по всему болоту.
Продать их можно паромщику на пристани. Если не сможешь ничего найти, спроси ребят, которые живут на болоте. Ладно, отнесу эти цветы паромщику. Как только найду. Выпить бы. 5000. Лои задержат монополию на травы. И вы согласились? Невозможно. Видел уже кирпичник? Я слыхал, что король чокнутый. Собирается запретить выпить. Да. Че у меня с картой? Костер. Пещера. Ага. Подожди, а я-то куда бегу? Я так и бегу, сюда прибегу. Мне надо немножко назад. Чтобы... Вороний глаз, вороний глаз. Или мне не обязательно. Вроде пока не обязательно мне все это делать. Ну-ка давайте. Всех вас вместе соберу и куда-то приведу. Подожди. Вот. Ну, а что получается же? Собираем. Так. Костер. Мне бы хотелось съесть кусочек. Давай часик подождем. Вот так вот. Что там отошло у меня? Ну же. Что предоставим? Обелиск. Так, костер. Пристань. А. Все, так мне сюда надо будет идти. Так, глиняные ямы. Костер. Храм. Милита. Ох, женщины. Размечтался. Не с твоим рылом. Опа-на, еще один обелиск. Так.
слился с обелиском, но уже древние магии все еще просто. Труп. Так, а это что? Ну, блин. Ну давай, я, блин, уже тут и вам и так фаер-шоу сделал. Где-то еще должен быть один обеликс, обелиск, обеликс, о, правильно, как правильно. Так. Волки. Огромное дерево, необычные символы, ручные животные, даже дриада. Должно быть, это роща друидов. In voed straede caem eo. А каем-то что надо раздать? Спокойной ночи, ведьмак. Ну-ка, давай-ка. Вы выучили знак, так, магическую ловушку, замедляющую ваших врагов. Я не полуношник. Добро пожаловать в круг друидов. Приветствую. Чудесное место. Я прихожу сюда, чтобы поразмыслить. Умиротворенность этого места помогает. Остается только добавить, что я вот-вот смирюсь с собственной особенностью и обрету дом, которого у меня никогда не было. Сарказм — лишь проявление внутренних комп... Всегда мечтал познакомиться с эльфом-психоаналитиком. Я несколько десятилетий провел среди людей. Постичь глубину вашего сознания... Несколько десятилетий? Проживи любой эльф столько времени среди людей, и он обречен перенять от них гораздо больше, чем ему самому бы хотел. Уж кто бы говорил. Вижу, в остроумии тебе равных нет. Меня зовут Геральт. Я Евин. Давай поговорим. Что ж, хорошо. Я ищу кого-нибудь, кому могли бы пригодиться В таком случае ты его уже нашел. Мне нужно доставить одно письмо в Вызиму, а самому мне там появляться крайне нежелательно. Ты ведьмак. И кому я должен доставить это письмо? Буду премного признателен, если ты доставишь письмо краснолюду Вивальди, а затем вернешься сюда. Согласен. Благодарю тебя. Даже раздумывать не буду, раз все равно пустые. Гринблейд. Дриада. Все как полагается. Ну-ка, дай-ка я тебя обойду. Прекрасно. Гвинблейд. Гвинблейд. Что это значит? Белый волк. Ты знаешь меня? Мы не встречались, но твое имя идет впереди тебя. Ты можешь знать обо мне больше, чем я сам. Я потерял память о своем прошлом. Наверное, это и к лучшему. Некоторых людей и некоторые события лучше забывать. Тем не менее, мне жаль тебя. Ты можешь мне помочь? Увы, нет. Я не знаю лекарств. Может быть, мои сестры из Бракелона смогли бы помочь, но они далеко отсюда. Расскажи мне про Бракелон. Бракелон — родной дом для дриад. Дикий лес, не тронутый человеком. Правители окружающих стран хотят захватить лес, так что люди и дриады постоянно сражаются на его границах. Кто побеждает? Наши лучницы несравненны. Но ты и сам найдешь ответ, ведьмак. Так ты согласна с эльфами и краснолюдами сражаться за свою независимость? Согласна с эльфами. Эти дети? Они давно забыли смысл борьбы. Осталась только жажда крови, отмщения и презрения к людям. Понятно. Расскажи мне о вас. Бракелон — наш дом. Эйтне — наша госпожа. Мы живем в гармонии с лесом. Вы счастливы?
Мы не отличаемся от людей в своих горестях и радостях, хотя конец наш близок. Война с людьми продолжается. Жаль. Число наше сокращается, жаль, и граница Бракелона тоже. Что ты тут делаешь? Это секрет. Но могу сказать, что я использую возможность прийти в эту рощу, полную старых прекрасных деревьев. Ну, я бы тоже бы там походил, погулял. Действительно красиво. Расскажи. Бракелон — наш дом. Вы счастливы? Мы... А. Печаль. За траву меж дерев маль за чусл. Я. И за смерть от меча, за твою печаль. Пока. Охренеть, блядь. Я не полуношник. Я не полуношник. Возвращайся. А чё, уже ночь, что ли? А где тут? Ну-ка. А как узнать, ночь или нет? Карта. Так, обелиск. Катер. Обелиск. Костер двух стрел. А вот сюда мне, значит, надо. Все равно так это миссия, значит. Блин, сколько всего. Так. Нету, да, для тебя нет, нечего возложить. Твою мать. Вот они еще два. Понятно. Ладно, потом, может быть. Собачья тушка, собачья петрушка. Подожди ты. Давай. Что-то не понял, а он что, и на меня действует еще? Вот еще один обелиск. Что, и у меня для тебя нету ничего. Ключ Микулы, ключ, открывающий вход в канализацию, ржавый ключ с изображением львиного паука.
Так. Господи. Гули. У меня на них, точно помню, был заказ. Так, у меня что-то восстанавливающее должно быть. Смазка для клинка. Так, кошка эликсир нет. Собачье сало. Так, смазка для клинка от падальщиков. Бутылка с водой нет. Вот он. Давай. Давай. Опа. Подождите. Подождите, твари. Врете, не возьмете вы меня так. Смотрим, что мы с вас можем получить. Ой-ой. Первый.
И... И еще немножечко. Труп девушки. Подожди, вам ничего. Стойте вы. Задолбали, отравили. Да хватит вам за мной бегать. Ладно, попозже прибегу. А куда бежать-то нахрен, они везде. Что у меня есть поесть? Так. И... Да. И... Давай, на часок. Охренеть, собрал нечисть. Еще. Охренеть, тут останков. Mm-hmm.
тебе не кажется, что ты прям слишком далеко бежал? До меня. Давай, 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 давай. Так. Будем зелье готовить. Где там? Так, слеза, мечта дракона. Это что у нас? Легко вспоминаешь, взрывной газ. Так, пурга. Слезы жжет, не так нейтрализует последствия алкогольной интоксикации. Так, у нас вот этого нету. Белая чайка. Чего у нас нету? Воды, да? Воды нету. Ничего такого, чтобы было. Понятно. Так. Пивка для рывка. Так, ласточки, но нет. Ласточка, нет. Белая чайка. Уже нечего сложить. Ох ты. Охренеть, мы с вами хрен сладишь. Вы бесконечные. Так, лес на болотах. Это кого, Гули или Альгули? Кого там побил-то нахрен? Мне же как, сколько-то Альгули или... Подожди, может что-то есть повторяющееся.
Ой. Что, неправильно? Понятно, надо в какой-то последовательности, значит, их. Сейчас посмотрим. Так. Странное место. Похоже, эти великаны застыли на месте за одно мгновение. И уже достаточно давно так стоят. Так. Так. В каком порядке надо пробовать? Интересно. Или это голем должен возможно? Ладно, пока оставим это с этими големами. Эти великаны застыли на месте за одно мгновение и уже достаточно давно так стоят. Обелиск Хохма. Ну давай посмотрим. Тебе ничего. Сохраняем. Так, и мне сейчас надо, наверное, будет серебряный мечом помахать. Твою мать.
И... И... И ни хрена не серебряный, надо тут махать. Загрузим, значит. Точно помню, что у меня было альгу любить. Двери. Где у меня задание на альгуле? Альгула. Задание. Так, важный свидетель. Мне удалось раздобыть. Так, безопасная пристань. Можно найти у дамбы, где днем. Так, ведьмачьи секреты. Я начал расследование насчет главы. Так, ведьмачья работа. Я преподал урок трем крупнейшим разбойничьим группировкам. Так, игра в кости. Вот, на агулей. Готов заплатить за костный мозг трех агулей. Трех. Всего-то, всего три надо. Давайте. Ну не все же. И... Тихо. Ну подождите. И... Да подождите. Что, друг другу не нападайте, что ли? На. Где какие останки? Чего останки? Вообще не туда забрел. Охренеть, у меня скорость. Так. А где костер-то? Нет, пожалуйста, не надо. Не делайте этого. Не делайте этого. Блин. Где ты?
А где костер? Что-то я не понял, где костер-то? Я передохнуть хотел. А где-то на выходе. Дерево, необычные символы, ручные животные, даже дриада. Где-то здесь. Должно быть, это роща друидов. Так. Так, сохраним. Понятия не имею. Так. Волки, все это. Куда? Лавун. Труп девушки. Ну вот сейчас, по крайней мере, мы хоть без них пока. И... На. И добиваю его. Ну добивай. Взять все. Так, что мне надо выпить, что мне надо съесть? Давай, соберем. Да мать вашу. Первый. Беги. Хрен так. Чё ты встал-то? Так, сохраняем. Блин, долго серия получится.
как... Голова, так, трофей. Сохраняем. Белая чайка, готовим. Белая чайка. Так, масло. Так, это чего? Вызывает парализующую боль у раненого противника. А, давай. Да нет, нам больше надо. Вот так примерно. Стойте вы. Так, где у меня тут? Масло, 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 масло. От призраков. Нет, не то. Кошка. Так. Вот он. Ждем. Где-то вот здесь вот. Давай. Раз, два. Раз, два. Вот он. Иди ко мне. И на. Вот он. И давай. Забейте его. Ah!
На. Так. Давай, иди сюда. Вот так. Собирай. Твою мать. Двое пошли, да? Трое. Раз, два. И давай, верхом мигуем. Да мать твою. И на. Все. Контракт на огули сделан. Наверное, вот сюда надо бежать. Так, сюда. Старший друид. Даже не знаю, ночью там ходить надо или как, или днем. Так, смотрим на карту. Эти не загораются. Вот разрушенная башня, кстати. Надо бежать туда. Кладбище големов. Вот что за кладбище големов? Как правильно там? Ладно, это потом. Сохраняем. Блин, только пугайте своим хрюком. Я как понял, в лесу они беззащитны. Куда мы их не ведем? Все правильно, туда куда-то надо.
дорожке. Так, вот этот обелиск не загорается у нас. Там, где гули были, тоже не загорается. Что-то кинуло. Ни хрена себе. Ну-ка, это кто у нас такая? Голоса монстры. Василиск. Так, иммунитет к большинству ядов, их сложно оглушить. Как уничтожить Василиска? Военно... Так, к серебру, так. Восприимчив к серебру и маслу от ангозавров. Его яд один из сильнейших токсинов в этом мире. Что будете делать? Провести ритуал. Я думаю, что у меня так хренакнуто. Куда мне бежать-то? Разрушенная башня. О, так я рядом с ней был. Гулей-то убивал. Это, кажется, есть разрушенная башня. Еще разок. Давай. Так, не-не-не.
А я лучше сейчас все это сделаю. Так. Сохранить. Так, это удалить. Это удалить. А это сохранить. Блин, лучше сразу ту башню пройти. Похоже, это здание обрушилось само по себе. Болото не лучшее место для подобных строений. Давай. Ну, бей, бей. Что мне тут надо? Да что это? Ну, башня. Надо-то чё? Так, безопасные, вежливые, так, ведьмачьи секреты. Контракты, контракты на волков. Доказательство. У меня есть доказательство, что архиепископ. Архиеспора уничтожена. Так, а, ну то моя старая память клинка. Так, неприятный дух, призрак мужа. Так, покер, так, разыскивается секрет. Вот, таинственная. Но тут, как я понимаю, книгу мне надо было, да? Сейчас вот если здесь ее нету, то и ладушки. Да там нету ее, все, я уже понял. Все, я уже убегаю. У деда можно спросить, я же деда про он говорит, книг у него до хрена, точно. Никаких разговоров до утра, я спать хочу. Ну хорошо, спи. Точно надо к деду сходить. А нет, эликсиры. Ну нет, никаких эликсиров. Ладно, до утра, да и до утра. Я ухожу отсюда. Ну я думаю, кстати, на этом все. Закончим. Увидимся в следующем видео. Пока.